придем к последнему завершающему докладу нашей конференции. Его сделает тоже наш большой друг, профессор Мария Дмитриевна Ордацкая, профессор кафедры гастроэнтерологии, управделами президента. Микробиота в поддержании здоровья и иммунитета. Роль пищевых волокон в коррекции и профилактике ее нарушений. Пожалуйста, Мария Дмитриевна. Мы сегодня поговорим о микробиоте и ее роли в поддержании здоровья и иммунитета, и проговорим о способах ее коррекции. Действительно, если выразить все эволюционное представление о нашей микробиоте, то можно это сделать в трех фразах и начать с Гиппократа, который сказал, что все заболевания начинаются в кишечном тракте. В дальнейшем наш великий соотечественник Илья Ильич Мечников сказал, что многочисленные и разнообразные ассоциации микроорганизмов, населяющие пищеварительный тракт человека, в значительной степени определяют физическое и духовное здоровье. И цитата нашего уже современника, это профессора Милгарта, который сказал, что микробы правят миром. Мы должны прислушаться к языку микробов, и когда мы узнаем больше, мы сможем все лучше и гармоничнее взаимодействовать с ними. И действительно, на настоящий момент мы ориентируемся на результаты проекта микробиома человека и знаем, что микробиом или микробиота – это собирательное название микроорганизмов, находящихся в симбиозе с организмом человека. И действительно знаем огромное представительство различных видов, которые населяют нас, и получены данные о том, что бактериальных генов в человеке в 360 раз больше, чем человеческих. Ну, если быть более академичным, то мы действительно должны сказать, что термин все-таки микробиота относится к совокупности микробов в конкретной среде, другими словами, таксономической принадлежности и обилию членов сообщества, а микробиом – это совокупность геномов микробиота, и действительно его часто используют для описания сущности микробных признаков, функций, кодируемых микробиоты. И соглашусь с фразой профессора Тары из Вашингтонского университета, который сказал, что это совершенно новый взгляд на биологию человека и человеческие болезни, и также уточнил, что эти бактерии не являются просто пассажирами в нашем теле, они метаболически активны, и как сообщество представленное, мы должны считаться с ними так же, как мы считаемся с системой леса или воды. Но это, по сути, все то же самое, что и было провозглашено Ильей Ильичем Мечником, который действительно, по сути, явился родоначальником учения о микробиоценозе, и не только о нем, а фактически явился родоначальником современных терапевтических подходов, основанных на использовании пробиотиков. Какие же характеристики у микробиоты? Это, о чем я сказала, видовое разнообразие, потому что действительно видов, их наибольшее количество, превышающее количество видов тканей и клеток нашего с вами организма. И вот это огромное видовое разнообразие, которое сейчас насчитывается более 10 тысяч, все-таки, наверное, избыточно. Но вот эта функциональная избыточность позволяет микробиоте оставаться пластичной и при этом стабильной, потому что пока микробиота стабильна и способна к восстановлению, мы с вами здоровы. Но несмотря на вот этот огромный сводный оркестр, есть так называемое филометаболическое ядро микробиоты, и к нему относятся, ну, более 10, наверное, различных родов. Но посмотрите, как минимум половина родов, претендующих на ключевые позиции, относятся к продуцентам
одной из короткоцепочных жирных кислот масляной, остальные являются продуцентами еще двух основных короткоцепочных жирных кислот, это уксусная ацетата и пропионовая пропионата, а также важнейших интермедиаторов микробного метаболизма, лактата, сукцината и формиата. И все функции кишечной микробиоты, и их огромное количество, но можно их определить и разделить вот в эти четыре блока. Защитная функция обеспечения колонизационной резистентности, иммунизирующая функция, поддерживать синтез иммуноглобулидов и так далее, опосредует созревание и функционирование иммунокомпетентных органов желудочно-кишечных трактов. Это регулирование моторной активности толстой кишки и наиболее, наверное, самая важная функция метаболическая, которая заключается как раз в синтезе короткоцепочных жирных кислот, витаминов, бактериоцинов, антиоксидантов и так далее. И фактически каждый из первых трех перечисленных тесно связано с вот этим синтезом различных метаболитов. И несмотря на то, что мы на настоящий момент сейчас насчитываем более 25 тысяч различных микробных метаболитов, которые представлены самыми разными классами, соединениями и белками, и кислотами, летучими жирными, другими органическими и так далее, витаминами и так далее, наверное, все-таки наиболее функциональная нагрузка ложится на плечи как раз короткоцепочных жирных кислот, которые, как вы видите, и отвечают за энергообеспечение эпителия, осуществляют антибактериальные эффекты и регулируют пролиферацию и дифференцировки эпителия, и являются активаторами фагоцитоза, осуществляют адгезию патогенов к эпителию и так далее. Но и самое главное – являются субстратами важнейших процессов, происходящих в человеческих микроорганизме, это глюконеогенеза, липогенеза и так далее. И несмотря на такие широкие разбросы индивидуальных различий, могут колебаться в составе микробиоты от 12 до 2200 раз, соответственно, вот это соотношение короткоцепочечных жирных кислот, ацетата, пропионата, бутирата, является по всей вероятности константой жесткой регуляции не только внутрикишечного гомеостаза, но и гомеостаза всего нашего макроорганизма. И по существу нормальный состав кишечной микрофлоры, ее функциональная активность может быть только при нормальном физиологическом состоянии организма. Но действительно под влиянием многих минорных агентов, прессингового влияния, происходит переход из эубиоза через нарушение равновесия в системе микробиота хозяин, через количественные и качественные нарушения микробиоты в состоянии дисбиоза с развитием различных кишечных и внекишечных заболеваний, как этот слайд представил профессор Гаспарини в 2017 году. Но вернемся все-таки к сути происходящих процессов. Мы можем провозгласить одно, что болезни разные, микроэкологические нарушения стереотипные, и пока мы будем стоять все-таки на позиции количественного и качественного дисбиоза, мы с вами далеко не продвинемся. Но когда мы перейдем к сути метаболического и регуляторного дисбиоза, будет действительно понятно, почему с болезнью микробиоты ассоциировано такое количество различных заболеваний. И это действительно и инфекционные заболевания, которые с учетом нашего настоящего момента надо рассматривать, наверное, все-таки в первую очередь. Это и другие функциональные органические заболевания не только кишечника, но и других органов желудочно-кишечного тракта, но это и
метаболические расстройства, это и гематологические, кардиологические и ревматологические, и даже неврологические и нейропсихиатрические заболевания, такие как аутизм и болезни Альцгеймера, также сопряжены с болезнью микробиота. И о чем я сказала в первую очередь, конечно, почему для настоящего момента так это важно, как микробиота и иммунитет между собой завязана. И действительно, для поддержания гомеостаза наша иммунная система должна всегда оставляться подавляющей. И толерантность к комменсалам в основном достигается действительно увеличением интерлейкина 18 в кишечном эпителии и иммуносупрессивной дифференцировкой Т-регуляторных клеток, которые действительно опосредованы через вот эти короткоцепочечные жирные кислоты и мишенями, их мишенями у хозяйства. Это различные классы белков, связанных рецепторов, это и другие механизмы, которые действительно позволяют иммунной системе распознавать, устранять патогенные микроорганизмы путем активации различных функций. Также недавно была описана роль короткоцепочных жирных кислот в дифференцировке Т-клеток как в эффекторные, так и в регуляторные Т-клетки, связанные с иммунитетом и иммунной толерантности в зависимости от иммунологической среды. И вот в этой ситуации авторы предположили, что если хозяин находится в ситуации борьбы с патогенами, вот эти короткоцепочные жирные кислоты будут способствовать дифференцировке наивных Т-клеток в Т-клетки TH1 и TH17 для усиления иммунитета. И в совокупности действительно короткоцепочные кислоты могут модулировать функции Т-клеток. Еще проведенное совсем недавнее исследование предполагает, что диета с высоким содержанием клетчатки, которая активирует вот эти вот белково-связанные рецепторы, положительно влияет на инфламосому, которая также имеет решающее значение для гомеостаза кишечника. И действительно, учитывая высокую экспрессию рецепторов короткоцепочных жирных кислот в иммунных клеток, как я уже и сказала, предполагается, что они являются важными регуляторами функции Т-клеток. Тогда возникает, естественно, вопрос, как же мы должны проводить коррекцию нарушений микробиота кишечника в связи с той огромной функциональной значимостью, которую она оказывает в жизнедеятельности нашего с вами макроорганизма. Конечно же, это и диетическая коррекция, и лечение патологии, приведшей к развитию нарушений микробиоциноза, или наоборот, профилактики нарушения микробиоциноза, чтобы он не реализовался, соответственно, в какое-либо заболевание. Проводить в ряде случаев деконтаминацию условно-патогенной флоры с помощью антибактериальных препаратов, не всасывающихся широкого спектра действия, или пробиотиков второго поколения, основанных на самоэлиминирующихся и непатогенных для человека штаммов. И, конечно же, проводить восстановление эубиоза. И для этой цели у нас есть три группы препаратов больших классов. Это препараты-пробиотики, живые микроорганизмы, которые оказывают при естественном способе введения благоприятные эффекты на физиологические функции, биохимические и поведенческие реакции организма через оптимизацию его микроэкологического статуса. Пребиотики – вещества немикробного происхождения, которые приводят к селективной симуляции роста или усилению метаболической активности представительной нормальной микрофлоры, и новый класс препаратов метабиотиков, который является, в общем-то, по сути, естественным продолжением концепции пробиотического воздействия. Метабиотики, которые представляют собой структурные компоненты пробиотических микроорганизмов или их метаболитов, или их сигнальных молекул с определенной известной химической структуры, которые также способны оптимизировать специфические для организма хозяина физиологические функции, регуляторные, метаболические и поведенческие реакции, связанные с деятельностью индигенной микробиоты. И хотелось бы остановиться на отдельном классе препаратов на основе препаратов пребиотиков и открыть, конечно, первую строчку – это
естественно, натуральные пищевые волокна. И почему пищевые волокна? Потому что все-таки впервые вообще этот термин был введен в научный обиход Хибсли в 1953 году, а на настоящий момент мы считаем определением пищевых волокон как суммы полисахаридов и лигнина, которые не перевариваются эндогенными секретами желудочно-кишечного тракта человека. И почему хотелось бы остановиться на них? Потому что это то самое естественное и самое безопасное для нашей микробиоты и, наверное, все-таки самое полезное. Для того, чтобы остановиться на представляемом препарате и подходе, я хотела бы в первую очередь напомнить классификацию пищевых волокон, которая действительно разделяется и по химическому строению на полисахариды, неуглеводные пищевые волокна. Они могут различаться по сырьевым источникам. Мы знаем прекрасно традиционные пищевые волокна злаковых, бобовых растений, но также и нетрадиционных, например, трав, псилиум. Они бывают разные по методам выделения из сырья, неочищенные пищевые волокна или расчищенные, очищенные в разных средах, по водорастворимости и по степени микробной ферментации в толстой кишке. И фактически каждое вот из этих классификационных направлений дают тому или иному пищевому волокну свои определенные значимые либо физические свойства, либо метаболические свойства. И вот, например, химические эффекты пищевых волокон, наверное, все-таки, которые дают возможность использовать их в большей степени и при гипомоторной дискинезии толстой кишки, и при гипермоторной дискинезии, и, например, нормализовать пищевое поведение за счет того, что они могут замедлять эвакуацию пищи. Наверное, все-таки вот эти физические волокна выражены в большей степени у псилиума, а метаболические эффекты, которые лежат в основе микробной ферментации с выработкой как раз короткоцепочных жирных кислот, представлены как и у псилиума, так и у других полностью ферментируемой микробиоты пищевых волокон. И вот в этой ситуации я хочу представить новый препарат, который вышел на наш рынок. Это OptiFiber. Это пищевые волокна Цамопсиса четырехкрыльникова, который представляет собой, как я сказала, экстракт плодов Цамопсиса, относящихся к семейству бобовых. И фактически это 100% растворимое пищевое волокно, вырабатываемое путем частичного гидролиза. Что дает вот этот частичный гидролиз? С одной стороны, он позволяет снизить молекулярную массу, уменьшить вязкость. И с другой стороны, эта структура обеспечивает более медленное брожение и лучшую переносимость. А вообще химическая структура полисахарида галактомонан состоит из D-моназы и D-галактозы. Что, соответственно, общего у Цамопсиса четырехкрыльникова с другими, как говорится, пищевыми волокнами, ярким представителем которых он является. Конечно, он медленно ферментируется в толстой кишке кишечной микробиотой с выработкой короткоцепочных жирных кислот, изменением pH и, естественно, короткоцепочные жирные кислоты соответственно, приводят и к нормализации консистенции стула, оказывают регулярную работу кишечника, так как они полностью задействованы, соответственно, в обеспечении моторной функции кишечника. Но и плюс при этом осуществляется селективный рост полезных бактерий, в частности, лактобацилюс и бифидобактериум, и другой сахаролитической микрофлоры, представлены в основном строгими анаэробами, которые представляют нашу главную часть индигенной флоры. И посмотрите, пожалуйста, как раз доказано, что OptiFiber фактически в 9 раз увеличивает выработку короткоцепочных жирных кислот ацетата, пропионата, бутирата. И при этом дает вот это нормальное
соотношение этих кислот, которое нам крайне важно. При этом он не содержит ни лактозу, ни глютен, ни ГМО, ни другие какие-то подсластители, ароматизаторы и является абсолютно безопасным и при всем при этом имеет высокую степень клинически доказанных эффектов. И фактически, получая 4 пакета оптифайбера, можно перекрыть необходимую дозу пищевых волокон, которая рекомендуется ВОЗом. Соответственно, доказанные эффекты относятся и к регуляции работы кишечника, и к снижению абдоминальной боли, и снижению газообразования вздутия, и в отношении пребиотического эффекта. И этот эффект доказан в многочисленных клинических, в том числе рандомизированных исследованиях. И вот этот слайд как раз и демонстрирует результаты метаанализа, который включал 15 исследований. Соответственно, получаемая доза циамопсиса составила от 5,1 саше до 36 грамм, и было доказано во всех исследованиях, что прием пищевых волокон 4-крильникова способствует нормализации стула, увеличивает частоту дефекации на 25%. Причем, соответственно, установлено, что у пациентов, принимающих волокна циамопсиса, регулярная работа кишечника восстанавливается через 3-4 недели даже в самой минимальной дозе 5 грамм. И это было показано на пациентах с синдромом раздраженного кишечника. При этом было установлено выраженное значимое положительное воздействие на снижение всех клинических симптомов, боли, газообразования, вздутия. Другие исследования были проведены у пациентов с хроническим запором, и как раз также было показано, во-первых, и улучшение показателей стула по Бристольской шкале с 2,5 до 4,5 баллов, снижение натуживания при дефекации, также было значимо достигнуто увеличение частоты самостоятельных сокращений кишечника без приема слабительных средств и сокращение дополнительного приема слабительных средств до нуля. И также было показано снижение клинических симптомов, таких как снижение абдоминальной боли и вздутие живота. При этом у этих же пациентов было показано значимое увеличение доли лактобацилус бактерий, лактобацилус бифидобактериум после применения. Причем статистическое значимое исследование было проведено только на представителей вот этих двух родов, а данные по короткоцепочным жирным кислотам свидетельствуют о восстановлении и других представителей сахаролитической флоры. И заканчивая свое выступление, потому что мы все-таки разбираем иммунитет, да, влияние на даже пищевых волокон, о которых я говорила, на инфекции, развитие инфекции. Прекрасные исследования японских авторов, которые, соответственно, проанализировали результаты заболеваемости гриппом у 996 пациентов. И посмотрите, когда пациенты получали оптифайбер в группе получающих пациентов циамопсиса, не заболел гриппом никто. И еще одно исследование, это на основе ретроспективного анализа с участием 96 госпитализированных пациентов, причем пациенты достаточно тяжелые, потому что проводилась еще не только пероральное, но и зондовое введение оптифайбера, также получили значимые прекрасные результаты, что заболевание гриппом, заболеваемость гриппом в этих группах были достоверно ниже.
И это действительно объясняется вот этим механизмом повышения иммунитета с помощью частичных гидролизированных волокон в составе OptiFiber через, как я сказала, выработку короткоцепочных жирных кислот, через различную активацию процессов, которые приводят к стимуляции врожденного иммунитета и адаптивного иммунитета. И таким образом появившийся теперь новый представитель пробиотиков полностью соответствует всем требованиям, которые предъявляются к этому классу препаратов и имеет те прекрасные преимущества, которые мы можем использовать при лечении наших с вами пациентов и в качестве стимулятора иммунитета в такое тяжелое сейчас для нас время. И спасибо за внимание. Мария Дмитриевна, я всегда с большим удовольствием слушаю ваши доклады и всегда поражаюсь, как вы легко произносите новые слова. Это большой профессионализм. Ну, как всегда, вот доклады по микробиоте вызывают большой интерес слушателей. В частности, вот я вижу вопросы. Вот раньше был дисбактериоз, потом дисбиоз, потом синдром избыточного бактериального роста. Сейчас-то как вот то, о чем мы говорим, выносить в клинический диагноз, какая формулировка должна быть? Глубоко уважаемый Дмитрий Станиславович, действительно, вы всегда очень правильно задаете вопросы, и они, с одной стороны, легки в ответах, а с другой стороны, действительно, стоит чуть-чуть подразмыслить. Конечно, когда мы говорим о синдроме избыточного бактериального роста, мы предполагаем только изменение микробиоциноза в тонкой кишке. Это является частностью от общего понимания дисбиоза. Ну, хотя, если быть более как бы конкретным, мы все-таки считаем, что дисбиоз – это нарушение микробиоцинозов различных биотопов в отношении не только представительства бактерий, но и вирусов простейших и так далее, и так далее. Ну, оставим наше старое дисбактериоз, к нему, в общем-то, никто не имеет никаких претензий, потому что мы действительно говорим, что это клинико-лабораторный синдром, который сопровождается количественным и качественным изменением состава микробиоциноза того или иного биотопа с последующим развитием иммунологических нарушений и с возможным последующим развитием желудочно-кишечных расстройств. Вот это, кстати говоря, очень правильно, несмотря на то, что я не очень люблю этот стандарт 2003 года, хорошо определение, оно действительно вот сейчас согласуется полностью с вот этим каскадом, который представил профессор Гаспарини, и я в своем докладе, соответственно, показал уже этот слайд. Все-таки, когда мы говорим о введении в диагноз, да, вот когда мы говорим, например, хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы, да, и требуем назначения адекватной ферментозаместительной терапии, но когда мы говорим о СИБРе, вот тут мы уже и добавляем вот этот диагноз развитием вот этого синдрома, тогда мы просто объясняем, почему мы назначаем препараты для деконтаминации этого синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке. А в общем-то, как вот наше российское отечественное понимание, дисбактериоз, он не должен фигурировать в диагнозах. Почему? Потому что уже исходно вот эти микроэкологические нарушения, они все равно входят в либо генез развития заболевания и уже под собой имеют обоснование в принципах необходимости его коррекции. Это вот на мой взгляд, поэтому все-таки СИБР частность, дисбиоз или дисбактериоз более широкая, одно должно фигурировать для обоснования в диагнозе, обоснования наших терапевтических воздействий, другое уже, как говорится, идет, что называется, априори. Ну, то есть в диагноз мы можем вынести только синдром избыточного бактериального роста, когда мы, ну, понятно. В тонкой кишке, когда мы, да, поднимаем топор войны в отношении именно него, да, потому что у нас есть определенные стандарты, да, по его коррекции или, ну, я скажу, как деконтаминация.
Хорошо. А все-таки каковы критерии постановки? Ну, понятно, что клинически мы можем заподозрить при наличии вот повышенного вздутия, урчания, там, может быть, послабление стула. А как вот верифицировать? Какие критерии диагноза? Конечно, для диагностики синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке это действительно дыхательные тесты, как наиболее скрининговые тесты, наиболее оптимален с лактулозой, потому что с глюкозой это все-таки малоинформативно и больше имеет отношение тропности к проксимальным отделам. А здесь все-таки мы имеем доступ ко всей пищеварительной трубке и, соответственно, устанавливаем этот. Конечно, метод исследования короткоцепочных жирных кислот дуоденальным содержимым, но это только тот необходимый доказательный инструмент, когда мы видим явную клинику, клинические эквиваленты СИБРа, но не видим, например, увеличение продукции водорода. Почему? Потому что есть действительно такой пропионово-кислый путь брожения, который может идти без продукции водорода. И только при этом можно доназначать. Хотя вот в этой ситуации инвазивный забор материала. Поэтому как скрининг он, конечно, не используется, но мы используем его для доказательств в научных исследованиях. А для все-таки оценки вот той огромной экосистемы, которая представлена в толстой кишке, или как суммарно, да, вот такой интегральный показатель, мы, конечно, стоим на использовании только короткоцепочных жирных кислот именно в кале. Почему? Потому что это и описание родовой принадлежности, это тот метаболом, который никогда не даст даже лучший метод секвенирования метагеномного анализа, потому что они при метагеномном исследовании все-таки, конечно, говорят и о таксономической принадлежности, и вроде бы должны говорить о тех метаболоме, которые они должны продуцировать, но они же не всегда его продуцируют. Поэтому, конечно же, в этой ситуации лучше действительно настоящий момент использовать, например, то же самое биохимическое исследование кала на дисбактериоз с оценкой короткоцепочных жирных кислот. И хотя, с одной стороны, тот метод никогда нам не исключит инфекционную патологию. Поэтому, конечно, если мы подразумеваем инфекцию, то это общепринятые методы исключения инфекционного заболевания. А если мы хотим подойти к дифференцированному подбору, например, пребиотика, метабиотика, в зависимости от заболевания или имеющихся, еще не вылившихся в заболевания, вот этих метаболических изменений, то опять же здесь лучше вот именно тестирование на короткоцепочные жирные кислоты я не вижу, честно. Хотя я являюсь, конечно, разработчиком, я понимаю все, есть издержки, но он приближает, по крайней мере, и к клиническому пониманию, и к дифференцированному подбору различных препаратов лекарственных не только для коррекции микробиоциноза, но и для даже непосредственно патологии там билиарной или кишечной, именно согласно основному заболеванию. Ну, видимо, дыхательные тесты сейчас более совершенные, и мы можем смотреть не только водород, но и метанопродуцентов. Наверное, можем, да. Ну, конечно, то есть дыхательные тесты для скрининга и для СИБРа, а те тесты, соответственно, вот для именно для того, чтобы мы понимали, кто они и чего они делают. А вот среди короткоцепочных жирных кислот при анализе кала, на что вы обращали бы больше внимания, на дефицит или, наоборот, избыток каких кислот? Вы знаете, я могу сказать, что вообще абсолютное содержание, честно, по большому ни о чем говорит, потому что, во-первых, это тот показатель, который действительно интегральный, он складывается и из продукции, и из утилизации, и вообще и от количества абсорбирующих даже вот эпителиальных клеток единиц. Более важно вот это соотношение. И вот, в принципе, мы с вами работали еще в 2003 году, и потом были монографии и зарубежных авторов, которые как раз я представляла, что вот именно больше оно является действительно показателем нарушенного
и экосостава, и метаболической их сущности, и даже развитие, я говорю, системных заболеваний, потому что кроме того, что они делают и выполняют массу локальных как бы функций воздействия, они несут еще системное огромное звучание, потому что даже не столько бутират, может быть, имеет отношение к углеводному обмену, сколько пропионат, а бутират действительно к холестериновому липидному обмену. То есть это очень интересные вещи, но тогда их надо тестировать уже в сыворотке крови. Ну хорошо, все-таки, ну я так понимаю, что у нас все равно довольно большие сложности как в диагностике синдрома избыточного бактериального роста, так и в оценке состава толстой кишки. Понятно, что анализ на дизоптериоз, который мы как-то раньше делали, утратил свою актуальность и, наверное, вряд ли должен быть использован. Ну, поэтому все равно больше идем от клиники, скорее, да, получается. Ну, а вот в подборе препаратов сейчас же большое количество. Разные штаммы, моноштаммовые, полиштаммовые пробиотики, там, с добавлением дополнительных вот, компонентов. Пребиотик. Угу. Все-таки вот здесь вот как простому врачу сориентироваться, с чего начинать. Понятно, что можно идти методом научного тыка и потом использовать после прям подбора то, что лучше помогло. Но этот подход единственный или есть еще какие-то? Ну вот, во-первых, я сказала, по как раз биохимическому исследованию Калту мы видим действительно, насколько дефицит, да, тех или определенных метаболитов. И я могу сказать, что, вы знаете, я горда тем, наверное, что вот действительно мы расширили вот спектр метабиотиков, потому что есть прекраснейший, мы знаем, препарат с инулин с бутиратом, да, один метабиотический препарат. Есть прекрасные и другие, соответственно, метапребиотики, которые содержат те же самые фруктоолиго и полисахариды, но уже в комбинации с лактатом, который является предшественником бутирата, но и сам по себе, да, сильнейший стабилизатор pH внутрикишечной. Есть и даже пропионово-кислые закваски, я не могу сказать, что я с ними работала, но там есть и как раз метаболит, вот этот необходимый пропионат или пропионовая кислота. То есть вот по биохимическому исследованию мы можем сказать действительно об индивидуальном подборе, именно даже какой из метабиотиков подойдет в этой ситуации лучше. А так, опять же, вы совершенно правильно, мы в большей степени исходим из клинической ситуации. Например, пожилой, полный, больной там с углеводным обменом и все. Я прекрасно понимаю, что у него будет и запор, и все. Но попробую иногда для достижения частоты дефекации дать, например, те же самые 6 пакетов псилиума, которые я безумно люблю. Это не всегда бывает реально возможно. А здесь прекрасная комбинация, например, того же самого псилиума и того же самого циамопсиса четырехкрыльникового, потому что вот этот циамопсис, разводясь в воде, он дает просто прозрачную жидкость. Это уже даже идет какая-то некая обманка, что человек не потребляет лекарства, да, а просто запивает одно другим. Прекрасно. То есть комбинация должна быть, но мы исходим из клинической ситуации, правильно? Поэтому действительно, наверное, в таком простом ответе я не смогу охарактеризовать, например, все клинические ситуации, когда мы можем играть этими препаратами. Ну, например, тоже, опять же, антибиотико-ассоциированная диарея. С одной стороны, мы, если имеем огромное количество факторов риска, относящихся к пациенту, да, и к антибиотикам непосредственно, да, то мы будем с вами проводить более агрессивную защитную политику. То есть тут не только пробиотики пойдут, тут пойдут, был ли, во-первых, в анамнезе, например, уже эпизод антибиотико-ассоциирован, и тогда мы пойдем уже не только на бутират с инулином, да, как профилактика идиопатической диареи, но мы пойдем уже на комбинацию с метронидазолом, чтобы профилактизировать другие виды диареи, да, кластридиум перфингенс обусловленную, кластридиум дефицилиевую. Если там, например, меньше факторов риска, и мы опасаемся идиопатической, мы пойдем на бутират с инулиной. А если мы
например, ничего не опасаемся, но должны ли мы просто наблюдать, да, пронесет или не пронесет? Нет, вот в этой ситуации должны использоваться пробиотики, причем штаммовая доказательная их эффективность, да, как мы говорим, должна быть доказана в многочисленных рандомизированных, там, контролируемых исследованиях. Если говорить о пробиотиках, то у нас есть точно три показания, да, эрадикация хеликобактера, проведение профилактика антибиотико-ассоциированной диареи и профилактика Clostridium difficile инфекция. Поэтому вот это тоже, видите, три разных опять варианта ведения вроде одного профилактического мероприятия. Поэтому тут надо просто, я думаю, что вот наши слушатели, они будут все больше и больше приобретать багаж знаний, и они уже дальше смогут как раз проигрывать разные ситуации и действительно лечить не болезнь, да, а больного. Спасибо большое, Марина. Я просто потрясен и покорен вашими ответами. Я чувствую, расти мне еще и расти. Но для простоты, наверное, надо просто открывать инструкции и читать, для чего показаны пробиотики. Если там написано антибиотик сырной диареи, значит, вот оно вот туда вот и нужно назначать по таким показаниям. Ну, или вот как раз можно все вместе для достижения уж точно лучшего эффекта от наших воздействий. Спасибо вам огромное, Дмитрий Станиславович. И у вас такой тяжелый день был, и я вообще просто восхищаюсь и лекторами, и слушателями, и вами в частности. Спасибо большое, Мария Дмитриевна. Это очень такое хорошее, как бы почти заключительное слово нашего сегодняшнего дня. Тем более нам предстоит завтра еще один день. И он будет не менее интересным. И он начнется также в 10 утра, но будет чуть-чуть покороче. Я надеюсь, что завтра наши докладчики будут более четко соблюдать регламент. Но в целом, мне кажется, сегодня у нас получился очень продуктивный, очень интересный день. Мы обсудили совершенно широкий спектр вопросов. Мы обсудили вопросы функциональных заболеваний, с них фактически начали, с одних аспектов, вопросы гиперчувствительности. А закончили тоже этим, уже вопросы микробиоты, которые имеют полное отношение к этой проблематике. Мы обсудили сегодня лечение болезней поджелудочной железы в разных аспектах, при разных нозологиях. Мы обсудили проблему лечения патологии печени, опять несколько докладов было этому посвящено. Мы обсудили билиарную патологию, вопросы желчнокаменной болезни у детей и вопросы профилактики постолистомического синдрома. Мы, наконец, поговорили про воспалительные заболевания кишечника, мы проговорили про новую концепцию 3-2-таргет, которая, наверное, будет захватывать наши умы и является такой концепцией ближайшего будущего, если уже не настоящего. Так что мы много чего сегодня обсудили и завтра продолжим. Жду вас завтра. Всего доброго, хорошего вечера.